В ночь на вторник на перекрестке близ Платинум-арены из-за невнимательности одного из шоферов оказались разбиты две иномарки. В скверную историю попал владелец Ниссана Тииды. Двигаясь в сторону городских прудов по второстепенной в данном случае дороге, он поспешил пересечь главную. Светофоры к этому часу движения не регулировали, разъезжаться автолюбители должны были по знакам. Об отсутствии преимущества автолюбитель знал. Хонду, которая спускалась с улицы Ленина, он почему-то не заметил. Дороги были пусты, обе машины ехали с приличной скоростью, поэтому друг друга шоферы увидели синхронно, внезапно. Направлялся по улице Дикопольцева в сторону Карла Маркса. На пересечении с Уссурийским бульваром получил удар с правой стороны от автомобиля Nissan Tiida. В результате чего случилось все это. А вы видели своего оппонента? Нет, не видел. В общем-то, водитель кроссовера и не должен был осматриваться, поскольку имел преимущество в движении. Ударом его машина была сбита с курса и отлетела к островку безопасности на другой стороне дороги. Тииду же развернула по ходу движения Хонды, словно голову боксера, хуком справа. Возраст и стаж участников столкновения практически одинаков, за рулем они более десятка лет. Никакого конфликта из-за ДТП не было. Водитель легковой машины признал свой промах, предоставив отвечать за него своему страховщику. Пострадавших в этом ДТП нет, если не считать неприятных ощущений после удара подушек безопасности. С места происшествия Сергей Полуэктов, Александр Ефанов и Степан Симонов.